Я приехал как норвежец. Я вообще сейчас в этом году и в прошлом году я очень, у меня большой фокус именно на Скандинавию, на Норвегию. То, что я приехал сюда, ну, болеть за Норвегию, за Бьёрндален. Он, конечно, выиграл. Марит Бьёрген. А сейчас я просто... Меня поразило, как здесь все красиво, как вы построили. И опять влюбился в Россию. Так что я хочу почаще, это не знаю. Все-таки вы будете за Норвегию или за Россию? Ну, во всяком случае, когда фигурное катание, так я за Россию, точно. А хоккей, ну, посмотрим, кто будет в финале. Все, меня ждут. Спасибо большое, удачи в Сочи.